Привет, друзья, с вами Варчик, и опять обозреваем новый мой девайс, за что спасибо большое зрителям, что мы насобирали за донатики на вот такую вот клавиатуру. HyperX Alloy FPS. Достаем ее из коробки, черная коробка, красивая, как обычно. Внутри сумочка опять мягенькая, сетчатая такая, с резинкой и кармашком. В принципе, мы такую уже видели в наушниках, просто она под размер клавиатуры. Также еще в коробке мы видим всякие там бумажульки, одну бумажульку, вторую бумажульку, ну, в принципе, такое. Типа как данность есть и есть. Также еще здесь был пакет, вы видите, с проводом, но сейчас он пустой, поскольку клавиатуру я уже давно достал. Также еще здесь был маленький пакетик, вакуумный, как ни странно. В нем были дополнительные кнопочки, красные, рельефные, и еще фигнюшка, которая снимает кнопочки. Мы видим сейчас подсветку, как клавиатура выглядит. Различные эффекты подсветки есть. Просто подсветка, потом эффект дыхания. Есть еще такой эффект, как горят только те кнопки, на которые вы только что нажали, и они со временем затухают. В принципе, эффектов тут предостаточное множество. Единственное, что подсветка одного цвета, красного. Также следующий эффект, это эффект волны. Вы нажимаете на кнопку и расходится по всей клавиатуре такая вот цветовая волна. Мне этот эффект больше всего доставляет. Но, в принципе, когда ты играешь, такими эффектами пользоваться, ну, такое. Следующий эффект, это клавиатура переливается с одной стороны в другую. Ну, прикольно, в принципе. Ну и последняя подсветка, которой я пользуюсь, потому что поначалу мне не сильно привычно пользоваться этой клавиатурой, в плане того, что я пользовался другой и пальцы не совсем привыкли еще. Поэтому я пользовался последней подсветкой, там где подсвечены основные кнопки, которые я уже поменял на рельефные красненькие кнопочки. Слышите, что не сильно громкая клавиатура, хоть и механическая, нету лишних щелчков, как в синих свечах. А здесь стоят коричневые свечи. Выбрал я их, потому что красные и черные свечи у меня не продавались. Но, в принципе, коричневые меня устраивают полностью. Лишних щелчков нету. Плюс еще есть такое тактильное ощущение, что ты нажал кнопку. А в черных и красных свечах ты нажимаешь кнопку и не чувствуешь этого. Сзади клавиатура оснащена резиновыми ножками, чтобы она не совалась. Яркость подсветки регулируется 5 разными уровнями. По поводу провода, провод, в принципе, не дубовый, не деревянный, не тяжелый. Нормальный такой по мягкости, в оплетке. Единственное, что на конце провода есть 2 USB. Один основной, чтобы работала клавиатура, а второй, если вы их собираетесь через клавиатуру заряжать свой какой-нибудь девайс типа телефона. На этом все. Клавиатура, в принципе, мне очень нравится, с моего любимого такого пластика мягенького, и собрана очень хорошо, нет лишних кнопок. Для меня очень важно было, чтобы не было ничего лишнего и все просто было четенько. Такая клавиатура, мне кажется, мне и попалась, в принципе, то, что я и выбирал. Спасибо огромное за поддержку. Всем пока.